запечатлеть то Вот такая узенькая дорога. Ой-ой-ой, куда вы несетесь-то? Проели? Машина полная сена. В салоне тоже все сеном забито. Ну что, машина для хозяйства, а не для перевозок людей. Перевозки крышки в боке. Вот такая вот она сельская жизнь. Форд дизельный. Вот делали же дизельный. Что, хорошую солярку думаешь, что заправлять? Нашел дело. Такая атмосферная дорога здесь. А, ну здесь потому что живут. Вот слева дом, справа их владение. Но владение что-то уже, судя по всему, ими не пользуются старенькое. А, нет, там белье висит. Палеты какие-то стоят. Люди с сельским хозяйством, я не знаю. Вот так вот живут одни соседи далеко. Магазины далеко. Кинотеатры тебе, там кафе и кофе. Все далеко. Из всех развлечений только огород. Ну вот огород, какое-то хозяйство, да? Вот так. Ну вот корова, наверное. А, корова, наверное, от них и шли, получается. Да. Но только, судя по всему, они к вечеру далеко очень уйдут. Я так думаю, вот, они на дойку вернутся. Так вот, если целый день идти в одном направлении, то далеко можно ускакать. Они же знают, что их подают. А если их не подоить, у них титьки болят. Ну, это понятно. Поэтому. А вот, может быть, из того хозяйства как раз. Вот здесь поросенок. Ай! Я думала, это собачонок издалека. С моим зрением. А это порося маленькая с ним, как собачонок стоит, да? Интересно. А вот здесь мы хотели остановиться. Здесь тоже такая достопримечательность интересная. Ну а там впереди обрыв, если что. Вдруг ты подзабыл. Вот эта остановка, на которой мы остановились. А вот там в горах сверху еще даже снег лежит. Такая вот атмосферная дорога. Деревья в мху. И вот сюда мы сейчас пойдем. Там заброшенная пушка, там заброшенное ограждение. Здесь когда-то раньше стоял пост, я так понимаю. Сейчас мы прочитаем все про это подробненько. Кстати, вот от этой остановки, если захотите в туалет, туалет здесь есть. Он вон там. Вон он. Только аккуратненько внизу обрыв. Вот эта достопримечательность, ради которой мы здесь остановились. Сейчас мы прочитаем, что же они написаны, и пройдем вовнутрь. Там будут землянки заброшенные. Thank you.
А вот, наверное, прицел этой пушки. Да, я думаю, что да. Тут уже ничего не видно. Ну там какие-то комнатки. Уже не пойдем. Хорошо, что я в темноте не пошла в эти комнатки, потому что в одной из них оба-на. Вот так. Там лесенки. О, если не бояться, то можно по ней спуститься, я так понимаю. Ну да. Интересно, конечно. Нет, это был не прицел, наверное. Да тут целая квартира. Там еще люк на полу. Да уж. Что-то мне теперь даже страшно сюда заходить. Вдруг тут где-нибудь под камнями еще люк. Вообще-то, конечно, интересно, но я уже дальше не пойду. На выход. На выход. Конечно, интересная достопримечательность. Немного жутковатая внутри. Но зато снаружи такая красота. Такие атмосферные камни. Так, а между ними, по-моему, тоже что-то есть. Ну, там дорога. Вот тут заброшенное здание. Внутри ничего интересного. И вот, кстати, опять вот за этими ограждениями дорога, по которой мы приехали из Батуми. А наверху в полном одиночестве. Ну или как, не в полном одиночестве, в семейном одиночестве. Стоит дом, жилой. Где-то там, вдали, на другом берегу, водопад, но его плохо видно сквозь деревья.